я к тебе присоединюсь. Не волнуйся, я не пытаюсь тебя надуть. Старший брат оставил тебе подарок. Правду. Как я и обещал. Мне... Меня зовут Морган Ю. Год 2035. Я на научной базе Талос-1. Дальше. Зачем нам это записывать? Да. Затем, что мой брат параноик. Психометрия показывает значимые изменения личности после испытаний новых нейромодов. Ну ладно. Я — это по-прежнему я. В смысле... Смотри. Получилось, Алекс. Работает. Радуйся, пока можешь. Через пару минут мы вытащим нейромоды. И на этом всю дню. Знаю. Я все это забуду. Братца. Иначе не так. Кто-то хотел спрятать. Вернемся к записи. Так. Эти существа Тифона создают сложную структуру. Материал и цель неизвестны. Я думаю... Это своего рода нейросеть, вынесенная наружу. Это анализ покажет. А пока я дал Алексу чертеж прибора, который ее выключит, если она вдруг выберется. Тьф, Алекс просто его задействует. Как будто я тут ни при чем. А вдруг не выйдет? Выйдет, поверь. Тьф, что еще можно сделать? Взорвать все? Это не спасет нас. Допустим, сработает. Что дальше? Люди после нас будут умные, сильные, бессмертные. И пусть тогда судят нас. Но они будут знать, что мы сделали для них. Я готов. Давай. Что ж, теперь ты знаешь. Я действовал по твоей просьбе. Я не думал, что ты мне поверишь, пока не услышишь собственные слова. Тесты. Они изменили тебя. Сперва немного, но по мере того, как удаляли твои воспоминания, я просто перестал понимать, кто ты. Я хочу вернуть своего брата. Вместе с ним закончить то, что мы начали. Прибор, о котором ты говоришь, усовершенствованная версия нульволнового глушителя. Это единственный способ остановить Тифонов, не уничтожая всего, над чем мы работали. Чтобы завершить устройство, нам не хватает кое-каких данных о Корале. Помоги мне с этим, Морган. И тогда... Тогда я отдам тебе ключ. Ты вряд ли захочешь его применить, но все равно он твой. На столе я оставил чип. Чтобы просканировать Корал, тебе нужно модифицировать психоскоп. Я отправлю тебе координаты для сканирования. Добрый день, Талос. Не забывай. Стандарты безопасности Транстар требуют еженедельной проверки униформы. Обращайтесь в аппаратную лабораторию.
Пониженная гравитация. Я обдумывал видеозапись, которую вам показал Алекс. Ваш брат уверен, что эта версия вас настоящий Морган. Но почему? Только потому, что она первая? Если вас кто-то создал, полагаю, вашей истинной сущностью будет та, которая исполняет волю своего Творца. Я знаю, кто и для чего создал меня. А вы, Морган, вас кто-нибудь создал? Для чего? Если нет, вам придется придумать свое предназначение или жить без него. Странно, мне известно про вас так много, но я не знаю, во что вы верите. Пора определиться, Морган. Кто вы? Морган, это видео... Я все еще сопоставляю его со своими задачами. Но если сканирование коралла даст вам доступ к ключу Алекса, то, возможно, это лучший вариант. Если вы узнаете предназначение коралла, это, возможно, усилит вашу решимость уничтожить Талос. Но будьте осторожны. Время на исходе. Семья Ю натворила много бед на Земле. Теперь они играют со звездами и не боятся сгореть. Интересно, зачем вы впустили нас в зал и заставили смотреть на горизонт? Острый, режущий, голодный. Вы окружаете себя машинами, вещами. Они вас не спасут. Вас они тоже сожрут. А когда они сожрут вас, может, я возьму ваш костюм, стану МЮ и попаду в шаттл? Не хочу тебя тревожить, но с платформы Аргус произведен запуск. Морган, они попытаются вывести нас. Нужно что-то делать. Реконструкция теряет стабильность. Они лгут тебе. Скорее.
Исследование завершено. Превосходно. Загрузи данные, тогда останется просто их встроить. По краткой сводке сложно сказать, но... Подожди. Что за... Это... Какая-то нейронная ловушка, встроенная в коралл. Боже. Морган, возвращайся в мой кабинет. Нужно немедленно загрузить твои данные. Быстро. Загрузи данные с моего терминала, а я постараюсь как можно быстрее доработать чертеж нового нульволнового устройства. Только осторожно. Тифоны почуют, что мы хотим причинить вред кораллу. Они непременно нападут на тебя. Совет директоров Транстар уполномочил меня принять командование Талосом-1 немедленно. Весь персонал должен прибыть к шаттлам для эвакуации. Если вы не можете этого сделать, передайте сигнал СОС, и мои операторы вас найдут. Да, вот еще что. Алекс и Морган Ю освобождаются от должностей. Не выполняйте их указаний и никак им не помогайте. Отбой. Внимание! Целостность костюма нарушена. Контакт! Эта статуя стоила кучу денег. Я сделаю вид, что она просто была разрушена в бою с Тифоном, а не по злому умыслу. Заперли. Это Даль.
Он уже запустил щупальца во все главные системы Талоса. Должен признать, родители меня разочаровали. Я знал, что у него есть план на случайных людей, но наивно считал, что они не пойдут против собственных детей. Как бы то ни было, нужно что-то с этим делать. Иначе данные о Корале не отослать. Мне... Я слышал объявление. Нет, нет, я вас не выдам. Вы помогли мне, а я помогу вам. Если позволите, у меня есть план, как выбраться с Талоса без кровопролития. Просто не убивайте Даля, пока мы с ним не поговорим. Морган, Даль поймет, что вы рядом. У всех сотрудников Транстара есть браслеты-маячки. Не сомневаюсь, что его операторы уже идут спасать вас. Эти браслеты выдают и снимают в хранилище данных. Загляните туда, если хотите действовать скрытно. Исследование завершено. Алекс Ю обращается к команде Талоса-1. Я знаю, что вы напуганы. Но поверьте, я не желал вам зла. Совсем наоборот. А вот капитан Даль не собирается спасать ничего, за исключением секретных материалов. От вас компании теперь одни убытки. Даль, я знаю, что ты меня слышишь. И знаю, что мой... Стоп! Но ты превышаешь свой момент. Отгони своих операторов. Или... Хотя бы помоги сдержать тифонов. Мы на грани. Ваш брат любит микрофоны. Свет софитов. Вот такой он, даже когда прячется. А вы бегаете, словно напуганная крыса. Я слышу, как вы грызете провода и гадите. Пытаетесь исправить то, что натворили. Или сбежать. Я горжусь тем, что всегда... собой гордиться.
зона размечена. Продолжить. Список контактов в надежде найти хоть кого-то. Я в травмпункте. Ищу снаряжение. Наверное, я сломал руку, когда отключилось электричество. Я в западне, за дверью пришельцы. Помощь мне не помешает. Я подготовил контейнер. Все это очень странно, Квинтон. Знаю, но если мы... не хочу знать. Я делаю тебе одолжение, вот и все. Контейнер 3232. Он на другой стороне грузового отсека Б, рядом с техническим туннелем. Когда я руководил институтом космоса, меня никто не просил прятать еду в грузовом контейнере. Все это очень странно, Квинтон. Опустите. Знаю, уже. Но если мы... не хочу знать. Я делаю тебе одолжение, вот и все. Контейнер 3232. Сигнал на другой стороне грузового отсека Б. Рядом с техническим туннелем. Когда я руководил институтом космоса, меня никто не просил прятать еду в грузовом контейнере. Поаккуратнее с угрём, ладно? Передвигайся.